вышвырнули из книжных магазинов. Вот сегодня Улицкая враг народа, я враг народа, а они гуляют, и они говорят, мы здесь власть, и мы ничего не отдадим. Ну, отдадут они очень скоро. Прилепин стоит теперь во всех библиотеках. Нет, Прилепин здесь ни при чем. Прилепин – это мертвый для меня человек, и я не хочу покойника пиарить. Там очень много молодых наросло, которые говорят, о, мы пришли теперь. Да? Почему я называю Прилепина покойником? Потому что в нем когда-то была живая душа, но потом все случилось по его роману «Черная обезьяна». Его съела черная обезьяна. Он знал, что она в нем сидит, и он дал ей победить. Вот, кстати, тоже ему выгодно это или нет? А «Черная обезьяна» – это очень выгодно, но ему, я думаю, нет, потому что его имя войдет теперь в историю с такой черной меткой, что никакой фильм Велединского его от этого не спасет. А это, ну, просто проклятый человек, на которого страшно смотреть, он почернел ведь. Но идут же и молодые, которые действительно думают, что теперь их время гуляет рванина. Вот вопрос, им это выгодно или нет?